Хоп. Да, вот так, по-моему, легче тоже будет. Так, хоп. Усё. А вот и я. Вы меня не ждали, а пиперс. Хоп! Хорошо ли это? О! Верни сюда, пёс! Чёрт подери! Вот он! Эй, помоги-ка мне! Пёс пронёсся через площадь, снося стены. Я думаю, он ищет Алекс. Похоже, он бил свою голову, что она в цитадели. Алекс поди не хотела, чтобы он еще куда-то встрял. Но его же хрен остановишь. Эй, пес, не туда! Там не пройдешь. Вот это мощь. Вот проклятие. Я думаю, что он хочет, чтобы ты прошел, Гордон. Поторопись. Ну. Если увидишь доктора Брина, передай ему, чтобы он шел на... Так. Осталось уже где-то 3 главы. Вот это одна из стройки последних глав Half-Life. И тут я уже мало чего помню из-за того, что я хоть и проходил Half-Life не один раз, но как-то я не очень любил это место. И даже я помню за что. Тут дофига прыгать надо. И достаточно веселая физика для прыжков. Так, сохранился. И пошли. Главное, аккуратненько, осторожненько, чтобы лишний раз не падать. А, вроде бы не туда. А, вот, куда вроде бы. Так. Ага. Это не очищает от чего? От пушек, что ли? Ну... Кажется, я только что уханулся. И сейчас уже Гордон Фриман существовать не будет. Прощай, мир! Я говорю, я давно его не проходил, ничего не помню. Ну, точнее, я это помню, но и немного помню, честно говоря. Я помню примерно до... Но не фотографируй меня, а фотограф, ё-моё. О! О, туда, по-моему, не лучше. Вытащите меня отсюда, пожалуйста. Что, не будем вытаскивать меня, да? Окей.
Так я не помню, в первый раз или во второй только еще. По-моему, во второй только. Вот сейчас я в первый раз еду. Потом будет вроде во второй раз. Я не помню, тут уже много места, где стрелять буду или нет, а? Я не помню. Многие проходят второй Half-Life, ну ты меня вот снимают. Но перед этим первый не проходит, чтоб сюжет здесь понять. Вот многие спрашивали, почему я решил первый Half-Life заснять прохождение. Во-первых, то, что многие снимают второй Half-Life прохождение, но никто еще, мало кто снимает перед этим прохождение первого. А, нет, все-таки это еще не то место, где меня еще туда-то привезут. Все вспомнил. Мне это что-то взбило в голову, то, что я сразу к нему пойду. Я только что вспомнил, что я еще не получил последнее оружие, которое должен был получить. Ну, я его получу уже достаточно скоро. Но я с ним побегаю мало. Да. Можно выпускать. Я накатался. Ну, не тут. Можно не тут, а? Чё? Не-не-не-не-не-не-не-не. О. Опускают. Нежненько так отпустили. Ну ладно. Выпустите меня, пожалуйста. Я ничего плохого не сделал. Нет! Пушки отдайте, сволочи. Ну что, товарищи, как я и люблю этот момент. Итак, это вы, доктор Фриман. Я бы сказал, что это приятный сюрприз. Ак. Сюрприз, и согласитесь, не слишком приятный. Ну, для тебя-то, конечно, да заткнись. Обожаю этот момент. Господи, я программу какую-то смотрел. И уже забыл, как она называется, но достаточно интересная. Я давно не смотрел, не знаю, она до сих пор идет. Называлась она, по крайней мере, как я помню, топ 10 лучших... Топ 10 лучших игр, а там были топ 10 лучших страшных игр. Но я очень точно не помню, как она называлась, эта программа. Но я просто обожал. И в ней выбирали самое лучшее оружие вселенной игр. И вроде...
даже вселенной Half-Life выбрали одну из самых, как признали, точнее, как одну из самых мощных пушек в вселенной видеоигр, это гравиган. Ну, точнее, ну, гравипушку, как многие называют, или же как назвали ее в самой игре. Блин, забыл, как я... Ну, мало кто помнит, как она называется. Конечно, кто может специально взять, либо перепройти этот момент, либо пересмотреть этот момент, где мне ее выдавали, и сказать, как она называется, при этом они фактически покажут то, что не то, что они умные, а то, что они хитрожопые. Как мне расфигарить эту фигню? Я ненавижу вас так же, как вы ненавидите меня. Да, я что-то отошел от темы, потому что, ё-моё, меня что-то дофига уже кто на меня нападает. Блин, я сюда достаточно сложно попасть. Куда мне надо? Вот мне единственное, что нравится, это гравипушку усиливает свойства костюма в том смысле, то что можно его зарядить до 200 единиц энергии. А это Half-Life, как это еще самое интересное. Это сделали в виде чего? Правильно, в виде брони. Ну, кстати, она достаточно тесно заряжается. Все, отлично. Чего, все что ли? Осталось только подняться наверх. Ну почти. Оп! Так, ну еще высоко подниматься-то. Откуда стреляют-то? Скажите мне, доктор Фрид, если сможете.
кстати, там запомните. Потому что вы это услышите не в последний раз. Так. Ну что, еще кто-нибудь? Или все? Так, я, кажется, обратно. Нифига. А я могу. Я заложила стол. Да замолчи ты! Да вы-то что тут расстрелялись? А ты кто такой? Йо! Тебя! Сюда не звал! Уйди! Ух ты! Кажись мне капец. Хуп! А чё это? А ну фу, блин. Я сказал, ко мне не лезь. Значит, ко мне не лезь. Так, тебе тоже туда же. Тебя тоже туда же. И тебя туда же. Ну чё, всё, всё. Смотри, Гордон, смотри, отчего ты отказываешь? Стоит это того? Заткнись. Задолбал.